Готовая письменность, готовый язык, ну. Так, а що, коли це треба все це підготував, чи що? Да нет, это готовилось. Ну, есть, наприклад. Это готовилось тысячелетиями как раз от мизинской культуры к трипольской, то есть от Харра, от Экбарати на нашей территории. И наша территория в египетских мифах называлась Танатора, то есть та страна богов дословно. И также описывался, что в стране богов Нил течет в другую сторону, то есть имелся в виду Днепр. Если сравнить, то Днепр течет с севера на юг, а Нил течет с юга на север, то есть также в другую сторону. И, допустим, царица Хатшепсут, она отправляла послов в земли своих прапредков, образно говоря, то есть на территорию Циркумпантийского региона, то есть в Причерноморье. И когда скифские цари, скифское войско приходило в Египет, египтяне также старались не воевать, почитали скифов как своих старших братьев. Так что так. На территории Египта развитие такого какого-то бытового, социального просто не происходило. Египет, или точнее, как он назывался, ты помнишь? Секуптах. Ну да. Является просто колонией, частичным переселением с Ратаи, новой Ратаи, то есть именно Украины, именно той, где на протяжении мизинской культуры, от мизинской к трипольской культуре совершенствовались технологии и гончарное дело, то есть столярное. Ну вот, как бы если бы в разных регионах Земли по-разному люди по-разному как-то пытались создавать цивилизацию, то в каком-то месте, допустим, не изобрели бы гончарное дело, в каком-то месте не изобрели бы кузнечное дело, в каком-то не изобрели бы столярное, а в каком-то, допустим, наоборот, только все на кузнечном. Или, к примеру, можно было бы представить, что где-то не знали бы металл и из стекла делали бы оружие там и все такое. Но этого же нету. Получается, что все древние цивилизации имели одинаковый базовый набор. Это использование металлов, это письменность, это пирамидальные постройки, это схожие философские воззрения. То есть, ну, общий базовый набор. И даже территории Америки, где на территории Америки была письменность, а где на территории Америки не было письменности? Це запитання? Угу. Ну, була, інки має була. Тут ты заглючил качественно. Майя и ацтеки жили на территории чего? Ну, Мексики. Да. А инки жили на территории чего? Північної Америки. Какой північної? Да я не знаю. На территории Южной Америки, Бали, Перу, Чили отчасти Бразилии. То есть это совершенно разные регионы. И получается, что по официальным нынешним данным, ну и по тому, что можно видеть, у ацтеков от майя письменность была, то есть иероглифическая майянская письменность. Однако у инков есть разные предметы, на которых есть знаки иероглифического письма. Есть даже чаша, на которой есть клинописное письмо. И у инков, как такой своего рода также системой запоминания информации, письмо, которое получило название кипу, то есть узелковое письмо. Но это не совсем письмо уже, это нечто другое, нечто близкое к счетам,
Инки, хоть изначально и построили свою империю на территориях, где более древние цивилизации также пользовались письменностью, но инки болели тем глюком, что все древние вот эти проблемы случились от того, что у людей были разные продвинутые знания, продвинутые орудия, и инки пошли по пути южной ведической традиции, то есть контролируемой деградации. И цари инков всячески навязывали народу, чтобы народ искоренял письменность. Поэтому там даже многие стены инков, скорее всего, на них были надписи, но явно видно, что они обтесаны примитивным способом. То есть стыки между камнями на некоторых стенах идеальные, и поверхность одних камней идеальная, а поверхность других рваная, неровная, обработана очень примитивно. И получается, что поверхность идеально обработанных камней выше, то есть больше выступает, чем поверхность тех, которые сбиты. Таким путем можно предположить, что поверхность тех, которые сбиты, изначально чуть-чуть была утоплена, потому что она была обтесана, на ней было это все вырезано. И она еще сильнее пошла вовнутрь путем того, что позднее сбивались надписи. Намеренно просто царскими указами уничтожалась древняя письменность. И у инков было табу на использование любого письма. Им это запрещалось. Так что так исправно. И вот у американских народов